Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел поговорить с вами о серии фидеров Волжанка Optima Evo Pro. Видео, в принципе, о них достаточное количество, официально есть видео от Волжанки. Но как бы вопросы ко мне тоже поступают, люди хотят узнать мое мнение об этих фидерах. Поэтому, скажем так, вкратце, каких-то технических моментов я касаться не буду. Вот, больше, наверное, акцент сделаем на строй, по нагружаемых, хотя бы пока в магазине, пока погода зимняя, да? Ну и в двух словах, как вступление, я расскажу немножечко вот о изменениях со своей, опять же, точки зрения. Ну, все, наверное, знают, что предыдущая серия называлась Волжанка Optima. И вот вышла Волжанка Optima Evo Pro. Я всегда говорю честно, открыто в своих видео, все плюсы-минусы рассказываю. От этого даже немного пару раз получал от некоторых производителей критику в свой адрес, что мог бы я этого не говорить. Но говорить я буду все и всегда, и все минусы, которые я считаю с моей точки зрения, я буду озвучивать. Вот, мы их продаем, магазин Multifish их продает, эту серию, как мы занимаемся Волжанкой в полной мере, как один из официальных представителей этого бренда в России. Вот, поэтому для меня важно, чтобы все покупатели имели достоверную информацию, чтобы потом ко мне и к моему магазину не было претензий о том, что мы что-то не договорили, что-то не сказали, или там удочка не подходила по те или иные условия. Поэтому, скажем так, всегда от меня вы будете получать информацию предельно честную. Всегда. Ну, начнем, скажем так, про предыдущую Волжанку Optima. Я говорил везде и писал, что я считаю это минусом большим, то, что было сделано, такая вот вставка, рукоять ребристая, да, из Evo в конце, потому что я сразу говорил о том, что туда будет забиваться прикормка, и ничего положительного из этого не выйдет. Ну, вот, как видите, меня, я думаю, многих других рыболовов, волжанковцы услышали. И теперь мы получили ручку достаточно хорошего качества. Ушла в небытие эта ребристая Evo. И с моей точки зрения это оптимальное решение. Ничего плохого здесь сказать не могу. Это только огромный плюс того, что сейчас стало здесь. Да, это обои такие под пробку и неопреновая вставка, в конце которого защищает сами эти обои, ну и, соответственно, торец комля. С моей точки зрения, это простое, недорогое решение и очень правильное. Просто непонятно, почему оно не было сделано раньше. Дальше. Были нарекания, как я опять же в своем видео говорил, кто все смотрит, он вспомнит, наверное, были нарекания от покупателей о том, что на некоторых моделях катушка-держатель при сильном затяге вот здесь трескался в верхней лапке. Сейчас катушка-держатель у нас Seaguide. Это фирменный хороший катушка-держатель. Это не супер дорогой, но и не дешевый. То есть, скажем так, золотая середина, рабочая лошадка, так называемая катушка-держатель. И к ним уже претензий нет. Почему нет? Потому что мы их продаем достаточно давно. Я ими переловил тоже много, всеми моделями. Потому что когда эти модельки еще не пошли в продажи, в розницу, а только были серийные образцы, такие серийники, да, еще основная партия не пришла, я, наверное, один из первых, кто получил их на тесты. И в моем видео... на моем канале есть видео, где Илья Калачев, наш чемпион мира по фидеру сборной России, он рассказывает одним из первых именно об этих удочках. Вот, с тех пор прошел, наверное, там какое-то время, уже год, наверное, с лишним. И уже, если бы были какие-то косяки, они бы вылезли, поэтому здесь никаких проблем нет. Ну, по катушкодержателе все. По поводу того, что встают ли сюда катушки, какие не встают, ну, вот... 5500, 5000 я сюда ставил от Шимана, от Дайва 5000 ставил,
все подходит. Если бывает у катушек широкая лапка, то есть по ширине, не по длине, а именно по ширине, и вот за счет такой вот формы катушкодержателя они могут сюда там не до конца прижиматься. Но опять же, это нужно посмотреть. Вот, вот был единственный момент, что у нас человек взял катушку каденс, и она сюда не встала, лапки не закрылись. Вот такой вот моментик, то есть надо это вот иметь в виду. Но опять же, вот самые популярные катушки, которые есть у нас, да, Шимана там и так далее, Кума та же самая, которая сейчас на рынке, которую мы, кстати, будем скоро продавать, очень качественные катушки тоже, все это сюда встает, то есть проблем здесь никаких нет. Ну, соответственно, противозахлёстное кольцо. Вот еще, друзья, такой момент. Я вот говорил в предыдущем видео, что вот этот вот, такой вот важный момент закрыть вот эту щель. Вот смотрите, здесь все очень аккуратненько. Пластиковая такая плотно прилегающая заглушка. Ну и давайте мы с вами поставим сейчас катушку Шимана в катушкодержатель. 6000, у нас 6000-ник NexSafe. Ну и посмотрим, как она встает. Ну вот смотрим. Достаточно приятно, отлично. Никаких вопросов не вызывает. Кольцо. Про каких-то там тонкости, допустим, ну что могу сказать, что изменились рукояти. Они были взяты от волжанка катапульта. Опять же, волжанка катапульта, когда только приехали у нас серийники, предпроизводство так называемые, да, я их тоже тестил на... Мне волжанки, руководители волжанки дали на тест. Я их побросал на москварике у нас, на нижней, зимой. По-моему, год два уже назад или три, надо посмотреть по видео. Но, скажем так, для меня они произвели очень хорошее впечатление. Почему? Потому что... Олег Молодцов, видимо, ну, разработчик волжанки, мой товарищ, и у нас с ним как-то вкус очень совпадает. То есть, скажем так, то, что вот я вижу, что выходит из его рук, в общем-то, они полностью совпадают с моим представлением, каким должен быть фидер. Поэтому волжанка катапульта для меня, они изначально очень понравились. Они замечательно бросали, это есть видео, можете посмотреть. И с моей точки зрения, там как раз было, я об этом говорил, что именно такие рукояти должны быть на так, по длине, я имею в виду, да, на фидерах там такой-то длины, для того, чтобы был оптимальный баланс, заброс и вместе с этим еще и строй. Потому что чем, если мы увеличиваем рукоять, мы, соответственно, получаем чуть более быстрый строй, удочка происходит более собранной, получается. Ну, в общем, здесь вот рукояти изменены в относительно предыдущей версии на 360, 390, 420 на этих модельках. Лайты и пикирочки, они остались без изменений, насколько я знаю. Вот. И ручки здесь взяты от волжанка катапульт, и никаких, опять же, вопросов по длине рукояти не было, потому что, допустим, 420, когда я его взял первый раз, ну, старый Optimum, ну, мне, я думаю, там... 420 подразумевается дальний мощный заброс, силовой покоритель дистанции дальних. А здесь ручка маленькая, да, и вот именно рычага между рук за счет длины ты не сможешь вложиться так, как нужно. Ну вот, слава богу, сейчас все это переделано. И как бы рукоятка там, где нужно, в 360-х, да, там, где нужно, она была удлинена, скажем так, и там, где слишком была длинной, как в 360-х, она была укорочена, а в 420 наоборот удлинена. Бланк стал матовый, ну, это декор, скажем так. Опять же, приятный с моей точки зрения, потому что вот глянец какой-то такой вот, ну, не очень смотрелся, но это вот как кому, это не претендую на истину в последней инстанции. По вершинкам, опять же, набор вершинок приятный, то есть никаких перепадов нет. Я имею в виду, что достаточно вот здесь, например, у меня в руках 1.9, девятка 25+, то есть 2,7 сантиметров. Кто не знает, фут умножаем на 3, получаем сантиметр. 9, 3, 9, 27 и 2,7 сантиметра, 25+. Ну, тест у волжанки, вот как они и были, всегда это плюс, имеется в виду, что вес кормушки без корма свинца самого, плюс корм в
объеме среднего объема кормушки, так называемой. Ну, потому что кормушки бывают огромные, а бывают маленькие. Поэтому здесь такой вот мы берем за основу там, размер кормушки средний. Вот, по вершинкам здесь 0,5-0,75 единичка. Для правильной, скажем так, чтобы вершинки не ломались и правильно работали. Они сделаны сейчас разной длины. Тут последние тенденции, в общем-то, успешные. Вот. Вот я смотрю, это действительно самая слабенькая 0,5, она действительно соответствует тесту, да, 0,75 чуть пожестче, да, и единичка, соответственно, тоже пожестче, еще пожестче. Нету каких-то провалов в тестах, то есть где нету желания вставить куда-то какую-то там вершинку еще, где вот слишком большой размах жесткости. Вот, поэтому ничего плохого здесь сказать не могу. То есть вот я объективно сказал, что изменилось. По обоим, кстати говоря, по пробке. То есть то же самое за вот год моей эксплуатации. Я не так часто ловил, но опять же специально там не жалел абсолютно эти удочки. Никаких проблем тоже не произошло. То есть бывает пробка, которая истирается, рвется, перепады температур, влажность. Да, ну кто-то это любит обрабатывать рукояти для того, чтобы пробка хорошо и долго сохранялась. Ну, я этого никогда не делаю. Никак-то никаких проблем я с этим не испытывал никогда, что пробка рассыпалась. Главное снять с нее полиэтилен и не ловить с полиэтиленом, чтобы там не было термоэффекта. Эффекта термоса, так называемого. Вот, поэтому, если кто-то хочет обрабатывать пробку, ну, это специальное средство Карксил. Больше ничем я бы не советовал обрабатывать, потому что к нам в сервис-центр Сабанеев приходит очень часто с просьбой заменить пробку, а они обрабатывали это яхтовым лаком, там ниже ватерлинии, еще чем-то, и как бы все это ни к чему хорошему не приводит. Вот, ну давайте попробуем, понагружаем, хотя сейчас пару слов сразу о чехле, но здесь говорить даже не знаю о чем, то есть это, опять же, достаточно простой чехольчик, но при этом надежный, с завязочками, с отдельными отделениями под вершинки и под колено. По надежности тоже ничего плохого сказать не могу. Вот год-два, вот сколько там, за все время это EVO Pro, я уже не помню, когда она вышла. Никто же, люди, к нам клиенты приходят, покупатели, и никто пока не жаловался на чехол. То есть это такой велюр, относительно мягенький, но при этом быстро сохнущий, хорошо здесь вот боковые части обшиты надежно. Поэтому здесь чехол, я думаю, понравится. Ну, давайте посмотрим тогда строй. Ну, давайте, господа, понагружаем их немножечко. Кому это интересно. Ну вот девятка 9 футов, 25+. Ну вот я достаточно сильно тяну. Вот смотрите, такая вот парабола. Ну хорошо, очень видно. Ну, прогрессивный строй, приятный пикирок, легкий. В руке лежит очень приятно. Ну, с моей точки зрения, вот вообще о серии EVO Pro. Это то, что, скажем так, за те деньги, что они сейчас продаются, я считаю, что это вот одни из лучших. Вот. Я бы назвал, вот я бы для себя бы выбирал, да, как вот покупатель. Я бы смотрел вот Сабанеев импульс мой, да, либо вот EVO Pro. Потому что я считаю, что вот для меня лично такой строй очень приятен. Ну и по качеству изготовления то же самое. Здесь вопросов никаких не вызывает. Сколько мы их продаем, этих Optim Pro, да, никаких косяков люди не встречали. Ну вот, опять же, нагружаем. Ну, средне-быстрый прогрессивный строй. Смотрите. Вот я сильно тяну. То есть она хорошо будет бросать, будет отрабатывать. Это у нас в руках была 10-футовик 25+. Вы напишите в комментарии, если нужно. Съездим с этими фидерами на воду. И позагружаем их. И опять же, напишите, какими весами вы бы хотели позагружать. Потому что, с моей точки зрения, там где-то два веса достаточно на каждый. Но если нужно кому-то там расширить, опять же, рассмотрим варианты и
понагружаем по каким-то другими весами. Значит, здесь 330 и 40 плюс, то есть 11 футов 40 плюс. Ну вот, бюджетный такой, в такой длине достаточно нечасто встретишь 330-ю длину при такой, скажем так, небольшой транспортной длине. Ну, строй, что, скажем так, не всегда характерно для всех серий фидеров. Часто бывает там один фидер одного строя в какой-то серии, да, и соседний в этой же серии будет совсем другого. Здесь строй похож, то есть они все примерно одинакового строя. И вот берешь руку, действительно чувствуешь, что да, он помощнее, да, он с запасиком. Да, и, ну, соответственно, соответствует все тест. То есть все логично, грамотно и для меня понятно. 360, 60 плюс. Нагружаем. Ну, видите сами, да, то есть хорошо будет бросать, в палку кидучая сразу видно. Ну и, соответственно, вываживание, отрабатывать вверх тоже достаточно мягкий. Вот, по поводу вот 90+, я смотрел вот все хэвики, да, 90+, и дальше, выше, я смотрел их на хорошем сильном течении. На тему того, что будут ли они держать течение, будут ли заворачивать второе колено. Нет, не будут. То есть, все хорошо там, с этим проблем нет. По кольцам, вот сейчас у меня в руках 360-90+, некоторые писали, что здесь колечко нижнее, оно желательно побольше диаметра. Но здесь расстояние достаточно, вот я показываю, до кольца. И поэтому даже если 5000-ник сюда ставить, то есть он угол схода лески, да, захода в кольцо, то он не препятствует дальнему забросу. То есть он не скрадывает эти метры. Но опять же строй такой же, как вы видите. Хорошо загружается бланк с ростом нагрузки. Вот я могу посильнее, помощнее его. Раз, вот сейчас поднимаю прям. Так достаточно двумя руками сильные усилия даю. То есть проблем здесь никаких не вызывает, и вопросов тоже. Так, 390 у нас будет 120+. Ну вот он уже чувствуется в руках помощнее. Уже сказывается там не сильно дорогой уголек. В этой серии, все-таки серия бюджетная относительно, ну, среднего бюджета, скажем так. Вот. Но, опять же, для такой длины и теста очень-очень даже приятно, потому что, допустим, какие-то там старые флагман Sherman Pro, например, вот я смотрел, он в руках держится, лежит намного тяжелее, вот имейте это в виду. А волжанка здесь для меня приятнее, и по ощущениям, даже вот при ловле, я с ним ездил на леща и карпа даже. Ну, на карпа это не совсем та длина, конечно, на карповнике брать, хотя там заброс был 60 метров. Вот, все-таки фидер-речник, но я брал специально для того, чтобы посмотреть, как он будет именно на вываживании работать, крупные рыбы, насколько он будет там хорошо бланк срабатывать. Ну, вот я был доволен, как он себя показал. Ну, и последний, это 420-120+, исключительно речник, я уже среднего быстрого такого вот строя, с хорошим загрузкой, с хорошим запасом по бланку. Вот я тяну достаточно мощно, то есть я чувствую, как он бросит. То есть бросит он хорошо. То есть мне очень самому нравится фидера именно такого строя. Не быстрые, не параболики, а те, которые разгружаются, ну, прогрессивы, как называется, которые загружаются бланк с ростом нагрузки. Да, и он как бы сам начинает за тебя бросать уже дальше. Ты ему дал усилие, дал ускорение, а он дальше должен сам сработать. Потому что часто жесткие фидера, которые с быстрого строя, которые сейчас тенденция такая пошла, некоторые модели, которые не до конца продуманы, но не буду показывать пальцем, как говорится, у кого это и как, с моей точки зрения, то получается так, что человек сам бросает. То есть фактически как весло у него в руках, которое не прогибается совершенно или прогибается только вершинка, да, и чуть-чуть второе колено, но дальше он бросает сам, собственными, то есть фидер не включается, бланк не включается. И ну вот мне это не нравится. То есть, с моей точки зрения, вот волжанка Optima, эта серия, она как раз на мой вкус, скажем так. Ну вот, друзья, мы изучили немного фидерную серию волжанка Optima Evo Pro, понагружали бланки. И теперь пару слов о для наших покупателей, для покупателей магазина Multifish, об изменившихся условиях. Я думаю, многие знают, кто первый раз видео это смотрит, тот сейчас узнает, что мы предоставляем бесплатно две запчасти в год на любые удилища, купленные у нас,
период проведения акции. Насколько долго это продлится ситуация, я не знаю, но пока мы вот 2 года уже этим занимаемся, то есть уже несколько сотен человек получили бесплатно абсолютно запасные части и на фидера, и на махи, и на баллонки, на карповики, на матчи. Вот последняя акция это была Black Hole, люди получали на маховое удилище, хотя Black Hole уже из России ушел, этот производитель, да, но тем не менее у нас запчасти есть, благодаря нашему сервису, благодаря, скажем так, каким-то моментам, где я имею возможность предоставить эти запчасти. На Дайво была акция уже 2 раза, и люди на спиннинге получали Дайво, кто у нас покупал. Сейчас впереди Лаки Джон и так далее, будет на Сабанее флагман. Итак, вот если мы раньше предоставляли 2 запчасти по акции только любому нашему покупателю магазина, то сейчас у нас ситуация немного изменилась, я сейчас это говорю впервые, то есть сейчас 2 запчасти в год, даже если человек сломал это по своей вине, могут получать только те люди, кто имеет подписку на наши странички магазина в социальных сетях. Это ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Телеграм и канал YouTube, который вы смотрите. Поэтому это не значит, что у вас должно быть все там 4-5 подписок. Это значит, скажем так, достаточно хотя бы там 2 из них, чтобы подписаны на канал или там ВКонтакте, Фейсбуке. Для того, тогда вы полное право имеете получить запчасть. То есть всем людям, кто не подписан в получении запчасти на тот же Сабанеев, который, я надеюсь, что сейчас вот как вот будет ситуация складываться у нас такая политическая, экономическая, я надеюсь, что в планах было провести, я надеюсь, что мы ее проведем. Вот, но получить запасные части бесплатно, и вершинки, и колено, на махи, фидера, баллонки, Сабанеев будут иметь право только люди, кто имеет подписку на страничку магазина в соцсетях. Всем другим, даже если люди покупали у нас много товара, мы вот в этой схеме будем отказывать. То есть они будут иметь дальше скидки максимальные, которые у них были. А по программе лояльности люди, кто у нас покупает удилище, ну вообще товар в магазине, да, любые товары, они имеют накопительную скидку. И для 80-70% наших покупателей постоянных, ну, у нас всего 70-80% постоянных покупателей, я имею в виду 100% пришедших в магазин, они имеют скидку, самую низкую цену, да, максимальную скидку и самую низкую цену, которая, наверное, есть вообще, кто-то смог бы предложить. В общем, всего доброго вам, спасибо, что посмотрели, спасибо, что дослушали до конца. Ждем вас в магазине Multifish и ждем ваших новых заказов. Всего доброго!